Тепла дождались. Правда, пока не все. В областном центре в 8 утра в понедельник началась подача тепла в учреждения социальной сферы – детские сады, школы, больницы. Процесс этот не быстрый, займет 2-3 дня. А вот в квартирах ивановцев батареи потеплеют не раньше следующей недели. Подача в жилой фонд запланирована на 26 сентября. Наличие у дома паспорта готовности к отоп-сезону на процесс не повлияет. Не совсем все в порядке. Порядка 500 домов многоквартирных еще так и не получили паспорта готовности. Но это не повлияет на отопление. То есть тепло пойдет даже в те дома, в которых еще нет паспортов готовности.